Так вот набрал металлома. Вот такой металлом здесь собрал. Долгие угольники, плуги, гусянки. Всего здесь все только нету. Вот и два. Все. До болтиков. Все, и кроватки, и трубы. Вот, швеллеры. Пачка колес. Сколько штук, 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 штук? 15 штук. Офигеть, колеса от телеги. Вот это металлом собрал. Под осень, октябрь, все, надо сдавать. Все, такой завтра кучка своего двора сдавать буду. Вот такое сегодня у нас морозное утро. Снежок, всю ночь дождь шел. И вот наш металлом. Сегодня 25 октября 2023 года. Будем вот сдавать наш металльчик. Тонн на 800 должно быть. Вот, своего дома и своего села. Казаковская 9, вывожу. Вот, столько у меня металлома здесь с этой стороны. Собрался сегодня морозное такое утро. Всю ночь дождик шел. А тут металл. Собрал. Работал своими силами. Вот. Мой дом. Орловка, Казаковская 9. Архангельский район, 25 октября 2023 года. От своего дома буду вывозить металлчик. Сейчас грузоперевозка, может, приедет. Увезем. Все, вот металловаза приехала. Будем давать. Вот газелька. Вот, ладно. Вот все. Вот мой металл. Будем сдавать. Вот так, с моего двора металл загрузили. Вот. Орловка, Казаковская 9. Наш металлчик едет на металлобазу. Четыре тонны 30, говорит. Чек, чек, чек. Чек. Приехали. Приехали, приехали на металлобазу. Какой металл база. Вот это металл здесь. Ой-ой-ой, вот наш приехал. 2 тонны 130. Вот читает. Сколько говоришь, тонна 900? 1 тонна 805. 1 тонна 805. А было? Умножаем на 20. 36 100. 36 100. Было тонна 900, говоришь? Вот так, металлобаза наша пуста. Сдали наконец-то весь металл. Будет зима.